Здравствуйте, дорогие подписчики и люди, которые просто зашли посмотреть мое видео. В данном видео мы будем раскрывать 4 посылки. В 3 из них находятся телефоны Asus Zenfone Max, а в маленькой находятся USB-брелки. Причем с ними была очень интересная ситуация. Продавец мне дал сначала левый трек. Вот. Я потом начал с ним ситуацию разбирать, он начал выпендриваться, я открыл спор победил, итого у меня теперь есть такие вот USB-брелки бесплатные, денежку мне вернули. Вот, значит, что он из себя представляет, да, колечко можно повесить, и вот таким вот образом нажимаем, вынимаем и получаем. Значит, мы можем вот эту вот часть воткнуть в USB-выход, а здесь у нас получается мини-USB. Да? Тем самым в любой момент мы будем иметь под рукой провод, с помощью которого можно либо заряжать телефон, либо соединять его с компьютером. Достаточно полезная штука, стоит абсолютных копеек. К видео приложу 2 ссылки. Одна будет на брелки для Apple, вторая будет на брелки для Android. Убираем эти брелки, они не столь интересны. Переходим мы к телефонам. Значит, в данном случае мы видим 2 варианта упаковки от MJ. Это коробка, ее вес, как правило, составляет 500 с небольшим грамм. И большие пупырочки, даже не знаю, прям как их правильно назвать. Их вес составляет где-то 470. Либо, как здесь, да, те же самые 470. То есть, если вдруг у вас идет посылка, она весит меньше, чем 500, не пугайтесь, все хорошо. Просто у вас, скорее всего, идет вот в таком виде. Значит, сегодня у нас 21 число. Я посмотрел по трекам. Значит, вот этот телефон был заказан 6 числа, вот этот телефон заказан 6 числа, вот этот телефон был заказан 8 числа. Некоторые сложности у меня с доставкой происходят, связаны они с чем? Прилетает в аэропорт Внуково, после чего едет в московский сортировочный центр автоматически, оттуда едет Видно, и с Видного только едет ко мне. Достаточно большое телодвижение, которое занимает несколько дней. Да, в любом случае, с 6 по 21 это у нас получается 15 дней, да, то есть вполне быстрые сроки доставки. Как правило, он пишет, что внутри находится фоторамка, ее стоимость $50. Учитывайте этот нюанс, когда рассчитываете свой лимит, да, то есть вот у граждан Беларуси, например, очень маленький лимит на количество посылок в плане суммы. Значит, внутри все стандартно, да, в упаковке идут дополнительно пупырышки убираем, видим пленку, видим силиконовый бампер. Если вам интересны всякие вещи, да, приблуды, полезности и аксессуары для Asus Zenfone Max, то подпишитесь на мое видео, потому что я заказал достаточно много разных вещей, они скоро придут, и в видеообзорах я их буду выкладывать. В точности у меня идут силиконовый бампер и пленка оригинальная, да, очень интересно, как они будут выглядеть. У меня идут разные стекла, то есть там порядка 8, наверное, видов стекла я заказал, и разные бамперы опять же идут. По упаковке, что у нас из себя представляет стандартная упаковка, если мы видим вот такую точку, то это 16 гигабайт версия. Значит, мы видим то, что от января 2016 года внутри прячется зарядка, кабель и переходник. Переходник очень-очень плохого качества. Я его не рекомендовал бы. Он прям вот из какой-то вот фольги сделан. Я не рекомендовал бы его втыкать в розетку, поэтому если у вас вдруг нету старых зарядников на 1 амперу, могу дать ссылочку, опять же, видео будет, зарядку этого же продавца. Стоит она порядка 500 рублей, не такие большие деньги. Значит, вот очень важный момент. Есть 2 варианта крышек, да, белых. В
точности крышек. То есть, вот если мы посмотрим здесь крышка видно под кожу сделана, а у LG все белые телефоны такие. Есть еще европейская, если не ошибаюсь, версия, там крышка просто гладкая. Очень важно, когда вы купите этот телефон, ни в коем случае не вот открывайте его вот так вот, вы поломаете лапки. То есть, в инструкции прямо нарисовано то, что открывать его нужно следующим образом. Подцепляем здесь ногтем и ведем по кругу. Ведем, пока крышка не откроется. Если вы резко начнете открывать здесь, вы можете поломать лапку, а будет вот такой вот косячок. Этот косячок достаточно неприятен. Я вас предупредил, да, не забудьте, когда вы купите этот телефон, будете вставлять свои сим-карты, не забудьте это сделать. По самому телефону, значит, есть на данный момент в доступе к покупке две версии. Первая версия 16 гигабайт встроенной памяти, вторая версия, так называемая Pro, 32 гигабайт встроенной памяти. Основное отличие заключается в чем? У 32 гигов немножко урезанный процессор с 1.2 до 1 гигагерц. В принципе, вот и все отличия между ними, ну, естественно, там встроенная память, да, с 16 до 32. Реально там внутренние программы съедают в районе 7 гигабайт, поэтому версия 32 гига остается порядка 25 свободного места. Значит, вот, да, такие вот огромные пупырышки. Достаточно надежный телефон запечатан, хотя с виду, да, там простенький пакет. Внутри дополнительно пупырышки простые. Да вы что? Я не знаю почему, но в этом случае продавец расщедрился и положил ко мне оригинальную пленку. Да? У оригинальной пленки, видите, вот такая вот голограмма Asus. У всех вещей, вот даже далеко ходить не будем, вот смотрите, наушники, точно такая же голограммка Asus идет. Это оригинальная защитная пленка. Достаточно приличных денег она стоит. Симпатично она выглядит, но вскрывать, наверное, я ее не буду. И так понятно, что внутри находится. Бампер силиконовый стандартный положил, все то же самое. Значит, здесь видим мы телефон от того же января 2016 года. Ну, кстати, вот смотрите, да, вот видите, немножко вмялось, да, то есть вроде упаковано хорошо, но вот вмятинка небольшая есть. По этой причине, наверное, надо будет ему сказать, что все-таки большие пупырышки это хорошо, но неправильно. Значит, сам телефон. Ну, вот, обратите внимание, да? Вот. Видно вам, нет? Вот здесь вот немножко начинает крышечка ходить. Судя по всему, эта крышечка ходит из-за того, что продавец открыл так, как это не нужно было делать. Вот, причем вот это вот на белых именно телефонах у меня второй такой случай. По первому случаю мы с ним вроде как вопрос решили, а второй случай ведет к тому, то, что надо ему об этом напомнить и что-то с этим надо делать. Да, потому что, ну, неправильно это все. Когда такая крышечка. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас вскроем очередной телефон. Посмотрим, все ли с ним хорошо. Я вот жду, когда ко мне придет скальпель, все это дело вскрывать. Значит, что мы здесь видим? Да, стандартная пленка, стандартный,
кстати. Черный у нас от 3 месяца 2016 года. Вот. Так вот у нас выглядит черный симпатичный телефон. Да, с черным у нас никаких проблем нету. Все три телефона являются версией 16 гигабайт. 32 выглядит точно так же. Визуально вы со стороны не отличите. Ну, я подозреваю, вы понимаете, что я все-таки не солю дома в бочке. Если вдруг вы, да, боитесь заказывать, опасаетесь заказывать на Алиэкспрессе, я могу выступить как бесплатный посредник. Раз. Два. Вы можете перекупить у меня эти телефоны с небольшой наценкой в Москве. Ну, в принципе, могу отправить почтой России. Значит, давайте поговорим с вами о аксессуарах, которые есть к этому телефону. Значит, китайская версия у нас идет без наушников, поэтому, я думаю, будет неплохо сделать открытие на видео оригинальных наушников. Они, как правило, коробочки серебристого цвета, но есть еще вот такие вот белые. Об этом продавцы бывают забывают сказать. Ничего страшного в этом нету. Там те же самые хорошие наушники. Ну, просто вот на фотографии выглядит одно, приобрести может другое. Вполне возможно, вы это испугаетесь, но пугаться не надо. Значит, еще раз. Да, голограммка у нас есть. Это оригинальная. Наушники. Стандартные 3,5 мм. И их комплектация. Значит, в их комплектации мы видим следующее. Раз, два, три размера вкладышей под разные уши. Также мы видим вот такой вот чехол. Не знаю, видно сейчас на видео или нет. Да, видно. С надписью, выдавленной надпись Asus. Он похож на какую-то прорезиненную ткань. Вот сложно объяснить. Похож он на прорезиненную ткань. А здесь внутри находится что-то такое сгибающееся. То есть вот так вот нажимаем, он открылся. Вовнутрь положили наушнички, он закрылся. Судя по всему, он водоотталкивающий. Да, то есть наушнички не пропадут. Значит, плюс-минус громкость есть. Кнопочка ответа на звонок есть. Давайте посмотрим, где у нас тут спикерфончик. Где-то здесь должен прятаться спикерфончик. Потому что они, насколько помню, все-таки заявлены как наушники, с помощью которых можно разговаривать. Но вот пока вот я смотрю и не могу понять, где он прячется. Наверное, где-то здесь он и прячется. Просто я его банально не вижу. Что-то написано абсолютно всем понятно китайско-японском языке. Абракадабры. Вот из всего этого, да, можно прочесть только earphone, headset, headphone, ну и повторение этого слова. Все остальное абсолютно непонятно. Значит, это вот такие вот наушнички и есть еще вот такой вот чехол-кошелек. Я сам им пользуюсь. Он на магнитах. То есть он закрывается. А внутри него можно класть три отделения для карт. Отделение для денег. Как видите, 5000-е купюры прячутся без проблем. Отделение для телефона. Да, значит, этот кошелек стоит порядка 500 рублей. А на наушники сейчас идет у MJ акция, они тоже стоят где-то в районе 500-600, наверное, рублей. А телефоны, ну, у него периодически меняются, это, опять же, можете смотреть сами. Значит, повторюсь, телефонов у меня, как у дурака, фантиков приходят. Если вас какие-то конкретные вопросы по ним интересуют, вы хотите, чтобы я сделал какой-то тест, напишите об этом в комментарии. Да, если это будет что-то интересное, я на это сниму обзор. Если это будет, ну, слишком коротко, да, ну, я достаточно короткий ответ напишу, который вас интересует. Подписывайтесь на канал, скоро будут приходить бамперы, защитные чехлы, пленки, стекла и так далее. Да, я буду делать на них обзор
Если у вас есть Макс, не пропустите, возможно, это будет вам интересно. Оставляйте комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось. Всем всего, до скорых встреч!